Приветствую вас, и я задам лишь направление того, что вам нужно делать. Первое и главное – это понимание того, почему мужчина ушел от вас. Первое и главное понимание, то есть чем женщина, которой он ушел, по его мнению, лучше вас. Второе, это значит осознание тех желаний, которые вы стремились реализовать через своего мужа. То есть, как это выглядит? Дело в том, что ваш муж, если вы, надеюсь, это понятно, да, ваш муж, он сделал свой выбор, и если этот выбор, его выбор, вы не приемлете, ну, то есть вы не приняли его выбор, да? Вы плачете, значит, вы не приняли его выбор. Так вот, если вы его выбор не приняли, значит, ваша любовь была, ну, скажем так, условно говоря, не такой уж бескорыстной, не такой уж чистой, не такой уж безусловной. И раз так, то это означает, что у вас есть к вашему мужу определенная потребность. И именно эта потребность, а точнее отсутствие возможности реализовать эту потребность, удовлетворить ее, именно этот факт и заставляет вас испытывать столь негативные эмоции, негативные переживания от того, что ваш муж ушел. Соответственно, в этой ситуации нужно выявить эти ваши желания и помочь вам удовлетворять их. Ну, скажем так, независимо от супруга и независимо вообще от мужчин. Итак, как вы, наверное, поняли, первое направление касается развития, прогресса, понимания того, почему мужчина ушел от вас, с тем, чтобы больше такой ситуации у вас не повторялось в жизни. Нужно извлечь из произошедшего определенный урок, извлечь определенный опыт, чтобы для себя самой хотя бы не допустить повторение произошедшего, потому что это очень травмирующе не только для вас, но и для ребенка тоже. Второй аспект касается обретения независимости от вашего мужчины, так как на данный момент можно говорить о том, что вы переживаете фрустрационный процесс. И еще раз мне бы хотелось вам сказать такую вещь, важную, на мой взгляд, вещь, что если бы вы своего мужчину любили безусловно, то его выбор, каким бы он ни был этот выбор, ну, вы бы его приняли бы. Поскольку этот выбор вы не приняли, то
соответственно, нельзя говорить о том, что ваша любовь к нему являлась искренней, являлась чистой, и это нормально. Вас никто не обвиняет в нелюбви, вы его действительно любили, просто в этой любви, и, может быть, даже любите, просто в этом чувстве есть нечто еще. Нечто еще ваше. И вот это ваше нужно обособить, отделить от любви, чтобы вы не путали. И если вы как раз таки вот не будете путать, то тогда, я думаю, тогда все у вас будет хорошо. Именно в таких направлениях нужно двигаться, чтобы преодолеть разрыв с мужем и преодолеть его уход к другой женщине. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.